подобные мероприятия, такие вот интерактивные беседы, мы проводим, в принципе, уже не первый раз. Мы проводим такие мероприятия, как правило, один раз в месяц. Единственное, что не в этом помещении. Мы собираем их здесь в классе, который есть здесь специально в управлении выконания покарань, где мы проводим беседы на тему ВИЧ-СПИД, туберкулез, гепатит С, то есть относительно тех заболеваний, которые действительно могут быть опасны и для здоровья, и для жизни человека. Почему это важно? Ну, прежде всего, потому что, опять-таки, от этого зависит жизнь и здоровье самого человека, и в то же время жизнь и здоровье окружения. Потому что все мы находимся в социуме, да, то есть вокруг нас есть люди, и мы отвечаем не только за свое собственное здоровье и жизнь, но и за жизнь и здоровье окружающих людей. Второй момент. Все-таки здесь, в данном заведении, находится определенная группа, так называемая группа риска. То есть это люди, которые ведут, ну, не совсем правильный образ жизни, вот так это назову, а скорее антисоциальный образ жизни. Именно поэтому они здесь оказались. Но, тем не менее, эти люди тоже имеют право на здоровье, на жизнь. И мы все-таки надеемся, что кто-то из них все-таки что-то услышит, поймет, и все-таки когда-нибудь исправится и захочет что-то поменять в своей жизни. Но, опять-таки, если, конечно, у него будет шанс, и вот этот шанс мы хотели бы им подарить, чтобы они задумались о своем здоровье, о своей жизни. Скажу так, я не могу на 100% сказать, что что-то поменялось после наших вот таких вот бесед. Я не называю это лекциями, скорее это беседа. Вот. Но мы надеемся все-таки, что что-то остается. Мы надеемся, чтобы проследить, что происходит дальше с этими людьми, мы не можем. Потому что, как правило, это люди, которые, как правило, когда они выходят отсюда, они растворяются, продолжают жить дальше. И нам тяжело как-то это все промониторить. Но мы надеемся, что это все-таки что-то с этим будет. Очень важно, когда мы говорим не только какую-то техническую, теоретическую информацию, а когда мы на собственном примере показываем, что, ну, с этим можно жить, что за жизнь нужно бороться, где-то отстаивать свои права. Делать это, опять-таки, дипломатично, но это нужно делать, потому что если мы сами за себя не побеспокоимся, этого никто не сделает за нас. Есть разная публика. Есть люди, которые задают вопросы. То есть так называемые люди, которые общественные люди, вот так я их называю. Есть люди, которые просто молчат. Есть люди, которые задают вопросы после лекций, когда есть на это возможность. Потому что я понимаю, что все они привязаны, как правило, к охране. Их привели и их увели. Но по-разному бывает. Бывает просто монолог, который мы выдаем. А бывает есть и диалог. По-разному. Для каждой вот этой социальной группы, то есть здесь будут женщины, здесь будут так называемые малолетние, да, то есть и здесь будет персонал, который тут постоянно находится. Мы их, как правило, отдельно всех консультировали. А теперь их соберут вместе, я не знаю, что из этого получится. Поэтому здесь будет вот это вот первый раз. Ну, самое тяжелое, наверное, было все-таки договориться о том, чтобы это начать здесь делать. Это самое тяжелое. Работать с людьми, в принципе, для нас это не есть как бы, ну, что-то особенное. Мы постоянно это делаем. И мы не делаем особо акцент на том, что это за люди. Находятся они в управлении выконания покарань или просто это люди, которые приходят к нам в спеццентр. Мы не делаем разницу.